будет, наверное. О, хороший. Друзья, всем огромный привет! Сегодня будет отличная рыбалка. С папкой приехал в гости на майские праздники. С папкой порыбачили. Все самое интересное вы увидите. Не переключайтесь. Погнали! По живописной весенней дороге мы прибыли в село Воецкое, собственно, где и находится тот пруд, на котором проходила рыбалка. На пруду нас встретил молодой сторож, щенок Алабая. Возьми. Охранник. Привет. Привет. Красавец какой. Насладившись красивым рассветом и зеркальной гладью пруда, поздоровавшись с батюшкой прудом, мы стали раскладывать снасти. Мне еще сейчас ручки переставить надо. После тебя мучаюсь. Переставляю. Так, на флет будем рыбачить сегодня. Флет-раннер не включать, что ли? Наверное, не успеть сдернуть. Всяко бывает, ну. Не знаю. Ну, не знаю. Вот под берег можно удочку закинуть. Я и хочу сейчас. Вот рыбки играют всякие. Закинем эти. Да. Я сделаю удочку. Рыбачить я буду на флет-кормушке, ну а на крючок я насадил бутерброд из аппетитного червя и опарышей. На килограмм-то клюнет, и как вытаскивай. Как только я раскинулся и стал готовить вторую камеру для съемок, произошла мощнейшая поклевка. На тот самый аппетитный бутерброд клюнул внушительный карп. Ничего себе. Я думал утащил. Я ж это пересрался. Ну такой что-то. Ну не супер большой, конечно, но борется. Вторую камеру не успел, блин, остановить как раз. Камеру нет, не поймал. На флет. Mm-hmm. Так, ты туда не ходи. А пусть под леску идет. О, хороший. Давай, давай. Не торопись. Ага. О. Вот поэтому так и загнул. Ничего. Ну, хороший килограмма. Килограмма 2,5-3. До 3 нет, я думаю. Ну, 2,5 есть.
Ничего. А что насаживал? Кукурузу? А вот, бутерброд. А, я тоже делаю. Ты не упусти, смотри. Ничего, сынок. Спасибо тебе. Молодчик. Уже не зря приехали. Так, не держи, выскользни. Не боись. Да. Ничего. Ну. Ну, 2,5-то есть, да. Есть за глаза. Вот. Вот так вот удочки вытаскивает. Надеюсь, на этот бой крана. Сидит, наверное. Опа, а так? Нет, лучше эту попудочку убери, пожалуйста. Ну, не такое, конечно, большое, но... Сюда прям положи. Удочку. Под сак в любом случае надо. Да, да, да. О, какая удочка вообще. Карпишка. О, удачливый ты мой. Да, маленькая прям. Маленькая. Прям маленькая, маленькая. Вкусный. Ну, прибремал, говорит, пою. Ну, он как поставил его, у него и столько с одним, с другим утром. Удочка, блин. Хрень, а не удочка. Конечно, сынок, это правда удочка. Китайская фигня. Скорее лови. Дай подсак, пап. Согнула у него эту. Давай. Стой. Подними. Блин, это хороший, бля. Хороший линёк. И это, согнуло сколько? Немножко вымыться, видишь? На той стороне парень поймал. Смотрю, как удочка плывет. Он раз. Тащил. Вот такая вот удочка. Протестировал хоть. Хрень полная китайская. Ну, а там что там? Дураки здоровые. Ну, она и дешёвая. Да сейчас ну, сделаю что-нибудь. А что там сделать? Ты, она, это, как... Удочка сломалась в полой части вершинки. Да и рыба-то была не очень-то и крупная. Даже тяжело представить, что было бы, если бы клюнул 2-килограммовый карп.
Уже дома после рыбалки я ее отремонтировал. Взял неполую внутри вершинку и вставил вместо той, которая была. Получилась достаточно хорошая удочка. Оставлю ее папке, пусть тестирует дальше на крупной рыбе. Так вот сейчас сделаю колхоз. Короче, не советую эти удочки покупать, друзья. Сейчас фирму покажу. Фигня. Фигня. Вот она фирма. Их много. Бризи какой-то. 5,40 она. Ну сейчас станет 4 метра. В принципе. Ладно, сейчас потестируем еще. Что ж теперь? Удочку чуть не утащил, пап, удочку. Прикольно, вот сейчас получше уже так ощущение от удочки. Забытая, да? От удочки. Быстро так хоп-хоп и под воду. Ага. Угу. Подсачить? Нет? Не знаю. Большой. Удачно. Удачно. Упал. Где поплавок-то, блин? Ох-ох, ёпарасоте. Вот это поклёвище. Леска длинная, блин, под ту длину. А, тут ленёк-то небольшой, зараза. Стой, сейчас приподниму-ка. Так-то можно было и так вытащить, у меня просто леска тонкая. Да ладно. Разевал поклевку. Ага. Какой? Первый? Сейчас долбанет. Ага. Буду бороться и... Ой, хорошая что-то. Удочку, пап, убери и подсачивай давай. И удочку убери, пожалуйста. Туда. А, не надо, не трогай. Сейчас я туда пойду. Стой. Аккуратнее, камеру. Подмазки не запускай. Не допускай за подмазки в воде. Нормально.
такого допусти. Хорошая. Больше кило. Больше кило. О, вот, иди. Какое? Вот, иди. Сидит. Наш пострел везде поспел, и на одну удочку, и на свою, и на мою. Противляется. Что-то есть. Или нет, наверное. Что-то здоровое было. Оторвало? А я вообще взял просто то, что это. Как его? Крючок оторвало? Поплавок поднялся. Крючок оторвало? Поплавок. О, да, это а волна какая была, видел? Шикарная. Вот я поэтому и не ставлю. У меня этот клёв попёр. Конечно. Вот это вот хороший был у тебя на удочку. Волна. Вот такой, друзья, улов. А? Самый большой. Сейчас приедем домой, взвесим все. Общий улов взвесим. Но здесь-то точно есть. На. Смотри. Ну да. Как бы раз не... где-то. А? Ну, десяточка где-то есть. Как бы не больше. Сейчас взвешу. Ой. Тяжело будет, наверное, взвесить. Или прям. Буду взвешивать одной рукой. Двести. В общем, вот так вот. Ну и самый большой 2900. Вот карпик. Красота. Ну и вот весь улов, друзья. Линьки вообще зачетные. Вот этот вот хороший. Ну и карп. Отличный. Трешечка. Ну что, друзья, все, мы закончили рыбачить. Рыбачили где-то с 6 утра до 11:30. Клев стих. Ну и самые бодрые поклевки все-таки были с утра. Рыбу вы увидели, сколько весит.
На этом я с вами попрощаюсь. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, встретимся на той самой любимой рыбалке. А мы поехали домой.